А разве вам не все равно? Нет? Окей. Hey, с вами Hedgehog Inc. И мы продолжаем проходить Mass Effect. Так, как я говорил, я ходил там, проходил дополнительные миссии. Несколько миссий у меня похерилось. Да, да. Это, сейчас вам скажу даже какие. Так. Вот, проповедник в Президиуме. То есть я пришел туда, я просто тогда не сдал его офицеру. Пришел, офицера нет. Его просто нет, его нигде нет. Там должен был стоять офицер, его нигде нет. Вся миссия похерена, считайте. Так, и. Майор Кайл, короче, нужно было мне приехать в сообщество антибиотиков и... биотиков. И поговорить с отцом Кайлом, то есть он там какой-то что-то типа проповедник, что ли. Ну, короче, больной на голову человек. Вот, пришел туда. Мне сказали, типа, ну, иди, проходи там, найдешь его в комплексе. Зашел. Весь, сука, комплекс опять. Каждый миллиметр. Нет его нигде. Просто вот просто нет его. Я не знаю, в чем проблема. Я не знаю, в чем проблема, серьезно. Просто вот его нет. Его нет. Нет, и все. Да. Сейчас я просто проверить, все ли нормально у меня. Это у меня дичайше вчера что-то играло. У меня не было оружия. Просто в руках он стрелял пальцами, не знаю чем. Да. Ну, в общем, такая вот ситуация. Какие интересные миссии я выполнял? Да, в принципе, ничего там интересного у меня не было. Разве что... захваченный корабль биотиками. Что-то этих биотиков больно как-то гнобят сильно. Я не понимаю, в чем проблема? Это... люди, в чем проблема? Биотики, ну, они... значит, люди. Они такие же люди, как и вы. Ну да, они там... я узнал, что они проходят какие-то там сверх... сверхоперации над своим организмом, рискуют, типа, там каждый пятый биотик умирает, там, не знаю, как-то так вот. Ну, блин, они же через это проходят, чтобы, не знаю, чтобы людей защищать. Или кто они вообще такие? Люди со сверхспособностями, не только люди, существа со сверхспособностями. Подожди, или только люди? Нет, там, по-моему, не только люди были. Так, куда иду? Мне, вот сюда. Да, если вспомнить, ничего так... да, миссии вообще не примечательные. Просто высаживаешься на планету, ищешь какую-нибудь станцию, там, не знаю. И все, в принципе. Больше там ничего интересного нет. Как меня эти лифты заебали уже, серьезно. Это пиздец просто. Ебучие лифты. Да, как я говорил, ничего интересного нет. Вообще... внимания они не заслуживают. Тут только можно сюжетку проходить. Я говорил, если я реально что-нибудь крутое, какую-нибудь миссию найду дополнительную, в чем я сомневаюсь, я обязательно ее запишу. Да. Так. А, вот тут я еще выполнил миссию. Нужно было проследить вот за этим вот чуваком. Он там что-то, какая-то баба. Вроде тоже с биотиками как-то связаны. Я не понимаю, Вань. Хули эти биотики? Какое я не знаю, биотики тоже делать? Молодцы, выебываются. Хороший. Так, с кем мне поговорить? Так? Но думаю, будет неэтично называть конкретные цифры. Что? Меня попросили что? Не распространять эту информацию. Так. День добрый. Присаживайтесь, выпейте. Что я могу для вас сделать? Привет. Вы Лори Кейн? Мне сказали, что вы можете мне помочь. Вы тот спектр, который только что прилетел, так? Чем может вам помочь старый туреанец? Мне нужно попасть в гараж. Надо кое-куда съездить. Нужен пропуск. Кто бы мог подумать? Я менеджер местного офиса. Кто бы мог подумать? Нужен пропуск, да. Ой, бюрократия. У Шепарда, да, вы попали. Мистер Анализ закрыл мой офис. Якобы расследует обвинение в коррупции. Сука, дай мне пропуск, ебучий. Дай мне, сука, пропуск. Мне нет времени на тебя. Время тратить. Мне нет времени на тебя, время тратить. Да, круто. Круто сказано. Так, а администратор, человек сильно... Окей.
Явно это произошло не просто так. Я прокачался. Я пиздец прокачался. У меня там, наверное... А он нанял громилу, очков 10-то я точно получил за все дополнительные миссии. Я подозреваю, вашу цель находится за пределами порта. Мистер Аналейс не разрешит вам путешествовать. Если вы заберете материалы... И понял одну хрень, что на время вылазки лучше мне брать... И некоторую сумму. Как можно больше людей с техническими умениями. Потому что взламывать придется много. Да, даже какие-нибудь маленькие ящички, коробки, не знаю, пластиковые там, картонные коробки придется мне взламывать. Мне даже руду придется взламывать. Понимаешь, руду, видишь камешки, да? Взломать их надо. Круто, да? У вас есть план? Камешки взломать, да. Охуенно. Однако есть еще охуенно, одна. Просто охуенно. Черт, как же звучит это милое земное выражение. Головорезом мистера Аналейса, возможно, придется применить силу. Он нанял сотрудников службы безопасности Ханьшаня. Он платит им из-под полы. Мисс Мацуо не знает об их работе на стороне. Окей. Я займусь поисками вашего материала. Если повезет. Превосходно. Вот мой материал находится в моем компьютере. Шифровальный ключ на этом ОНД. Вставьте его в дисковод и постарайтесь не заляпать ковры кровью. Хорошо? Ну вот моя команда, короче, Тали и Кайден. Мягко говоря, у них с боем... С боевыми умениями, мягко говоря, не очень. Вы не представляете, сколько раз я с ними умирал. Просто, блять, не представляете. Куда мне идти? Так, попасть в офис Synthetic Insight. Воспользуйтесь лифтом внизу на площадке, когда будете на месте. Найдите компьютер Лорика и скачайте файл. Хорошо, хорошо. Будет сделано. Вы, блядь, не представляете, сколько я раз умирал. Особенно на захваченном корабле, где биотики его захватили. Блядь, они такие, сука, сильные. Я пиздец, нахуй. Я вроде солдат, я должен быть обучен всем, не знаю, приемам уклонения от сверхспособностей там каких-нибудь. А не, хуйня, блядь. Меня сверху спустили, я отрубился и все. Меня убили, считайте. Все. Ни прокачка, ничего. Да, я сейчас покажу, как я прокачался. В основном солдатов обаяния. Еще немножко прокачал снайперскую винтовку, получил уничтожение второй уровень. Эти рекорды. И вот только-только-только вот сейчас, вот когда я сдавал дополнительные миссии, это прямо перед записью, это обучение спектров 2 прокачал. И у меня единство получил. Да. Сейчас, кстати, я посмотрю, может это способность какая-то. Да, смотри, когда это способность. Ну, давай на троечку ее поставим. Мне мама здесь что-то сделала, да? Так, ну-ка нахуй. А, это Мако, подожди. Мне на планету, что ли, высадиться надо? Ой, блядь, нет, только не планету, сука. Мне пиздец она лагать будет. Там же буря идет. Ты посмотри. У меня когда корабль вылетал, у меня там до 30 FPS спускался. Это пиздец вообще. Походу сюда, да? Так, подожди, еще раз. Воспользуйтесь лифтом внизу на площади. Внизу на... Нет, это, по-моему, не этот лифт. Или этот. Нет, подожди, он мне так пропуск не дал, да? А, нет. Смотри, кто дал. Ну-ка, давай-ка. Почему они молчат, а? Блин, в лифте-то и так скучно ехать, они еще и молчат все. Нечестно. Да мне вот точно сюда, я тебе прям отвечаю, что мне сюда. Ну-ка. Карта. А, да, подожди, вот, офис Лорика, мне сюда. Стоять! Служба безопасности Ханьшаня, офис закрыт. Ничего не знаю. Лорик Кин дал мне пропуск. Кин? Вы работаете на него? Он под следствием.
Анна Лейс заплатил вам, чтобы вы перетряхнули тут все вверх дном. Капитан Мацуо знает, конечно, что вы здесь? Эй, мне до Киина дела нет. Анна Лейс давно хочет спустить варонов на этого типа. Давайте сделаем так. Вы делаете вид, что не видели нас. Мы, что не видели вас. Конечно. Конечно. Но зачем во время диалога было куда-то уходить, да? Да? Сука. Просто такой, кто вообще такой? Блядь, что такое? Сука, ты пошел ты нахуй! Сдохни, мразь! Сдохни, сдохни, сдохни! Чё за хрень? Чё на меня нападают? Кто на меня нападает? Ребят, вы обосрались немножечко. А, та, тра-та, ща, та, а! Где он? Так, есть, готов. Тут еще один был. Где он? Я тебе отвечаю, тут еще один был. Ну-ка, блядь, давай шнурма уходим. Бля, пиздец. Но мне это хорошо. Ща. Оп. Круто. Я не думал. А, блядь. Меня эта хуйня уже доебала, серьезно. Я тебе отвечаю просто, она меня доебала до в конец. Я столько этих уже взламывал. Вот серьезно, вот каждый, сука, раз. Каждый, блядь, раз, когда какая-нибудь панелька, не знаю, когда какой-нибудь компьютер, какая-нибудь, сука, блядь, даже камешки отключать вот этой хуйней. Это пиздец. Конечно, меня предупреждали, что вот эта хуйня тебя доебет. Макс, тебя все доебет здесь. Это, потому что это, ну, пиздец, это слишком много сует вот этих вот, блять, ручных отключений. Вот смотри. А, бля. Я скоро профессионалом в этой хуйне стану. Да я уже профессионал. Видишь, как я ее отключаю? Ой, уже все? А, это все, да? Это все, что вы мне хотите показать, да? Кто там стоял? Кто там? Охранник? Хорошо. Так, хули здесь охрана стоит? Я не понял, в чем проблема? А вы какого черта здесь забыли, Шепард? Вам запрещено здесь быть. Мы, кажется, не были представлены, мисс. Ха, самое время вспомнить про манеры. Я сержант Кайра Стир. Я всегда Эланус Риск Контрол Сервис. Не пунктуален, даже пунктуален. За то, что вы тут устроили. У меня всегда высокие манеры в разговоре. Анна Лейс вышвырнул бы вас с планеты. Я не стану. Вы знаете, что на моей планете делают с убийцами полицейских? То, что вы полицейский, не дает вам права самой нарушать закон. Вы взяли взятку. Я не хотел устраивать бойню. Это они открыли огонь. Ха, а я и без пушки смогу назвать вам сами. Сука. Чё за... А, блядь, эти пивотики опять. Только они это умеют. Ну-ка. Да, блядь, хуй вам, ублюдки. Не. Так, щиты. Резаем щиты. Спокойно. Как оно в меня попадает? Вот, я в укрытии был, какого хуя она в меня попадала? Так, подожди, там внизу кто-то был, давай-ка снайперку возьмем. Блин, надо было вниз. Сука, как доебало нахуй. Все доебало. Раз. Так, вижу, там еще был, да? Смотри, кстати, у меня как снайперка. Опа. Она почти не шла. Она не двигается, не на миллиметр почти. Ну как, на миллиметр, конечно, двигается, даже на сантиметр, наверное, двигается, но не на 180, сука, градусов, как было у меня первоначально. Так, давай-ка я
Что сделал? Подожди, способности? Одну секунду, что за хуйня, подожди. Да ёб твой ебучий наушник, сука. Хули ты не держишься? Так, подожди, что это за хуйня была? Это же способности, нет? Уничтожение. Саботаж вызывает перегрев оружия противника, находясь по месту и на всем. Так я чё мог? Подожди, я чё мог их использовать, что ли? Ёб твою мать. Так это чё получается? Я обосрался опять? Бля, я опять обосрался. Охуенно. Я опять обосрался. Восхитительно. Просто прекрасно. Прекрасно. Я мастер, чтобы обосраться, да? Просто круто. Просто круто. Да, можно похлопать мне даже, да? Охуенно. За все время боя ни одной, сука, способности не пользовался. Капитан, говорят, что в офисе Synthetic Insights был какой-то шум. Конечно. Вы ничего об этом не знаете? Вероятно, там орудует головорезы Аналейса. Шутите, да? Хорошо. Меня это не пугает. Встретимся в баре отеля. А ты смелая. Тем, как вы будете говорить с Киином. В баре отеля? Ну окей. Так, слышь, а что у нас там? Ну-ка, я, по-моему, там не был. Спектр, верно? Ну да. Проблема? Да, это я. Я раньше был военным технарем. Не считая людей Маэка, здесь все по уши в корпоративных делишках. Весь окей. День сидят и дуют воду. И пропустить дорогую, нельзя, круто. Прочим. По-моему, важный так диалог, что да? Что я могу для вас сделать? Ведь тут можно... Ведь тут нельзя пропускать ведь только самые важные диалоги, да? Вы, похоже, обо всём... На вершине 15 какие-то проблемы. Ну, мне ладно. Пора идти. Если что нужно, я буду здесь. Окей, окей. Кстати, а это случайно не газовый гигант? Подожди, здесь вроде нельзя на газовые гиганты сажаться, но... Учитывая, какая хуйня творится на улице там. Хотя нет, здесь бы невозможно было построить базу. Газовые гиганты — это газовые гиганты. Там верхние слои — это газ. Который, не знаю, сжатый водород там. Газообразный. Подожди, водород. Водород и так газообразный. Потом идет жидкий водород. Потом идет твердый водород. Да, кстати, самое редкое и самое такое вещество, которое хотят получить ученые, которое вроде бы недавно как бы получили, но его тут же просрали. Да. Так, что вообще, нам поговорить с этим надо, да? Окей. Окей, пошли поговорим. Чё бы нет. Чё бы нет. Там же вот с тобой, да? Позвольте еще раз представиться. Паразини, отдел служебных расследований. Хорошо. Что за служебные расследования вы тут? Совету директоров известно, что Аналейс коррупционер. Я хочу, чтобы вы убедили Киина дать показания перед Советом директоров. Тогда планета снова станет приносить доход. Зачем? Почему не спросить Киина напрямую? Я секретарь Аналейса. Думаете, он мне поверит? И принесет материал на встречу в темной аллее. Я думал, коррупция на наверии часть правил. Правила такие. Нет, не нравится, мне не нравится эта миссия. Своей корысти что-то допускается, не знаю вообще, если это не я не хочу бизнесу. Вот ввязываться на самом отпугивает деле. Клиентов. Чтобы выполнить миссию, мне нужен пропуск Киина в гараж. Помогите мне с расследованием, и я дам вам все, что нужно. Услуга за услугу. Если ну, мы если сделаем, это как поможет просит, планете, не знаю. Смотрите, не Шепард, знаю. Мне это тоже не нравится. Вы, Спектры, ведете с законом двойную игру. Это плохо для бизнеса. Хорошо, ну, хорошо. Я поговорю с Киином и попробую хорошо. Его убедить.
Ну, убеждать-то я умею. Спасибо. Убеждать, вы знаете, да, где меня искать. У меня этот навык прокачан. Как только поймете, что он готов говорить, приходите. Конечно бы еще стоило прокачать угрозу, или как это там называется. Подожди, у меня очков нет? Нет, у меня очков. Устрашение. Устрашение бы, конечно, еще прокачать, потому что я заметил, я слишком много вариантов в диалогах теряю. Я вот так несколько миссий плохо выполнил. Ну как плохо, я их выполнил, мне дали очки за них, мне дали деньги за них, мне сказали, типа, молодец, Шепард, ты, типа, не мог больше сделать, но я знаю, что я мог больше сделать, у меня просто не открыты были эти диалоги. Ну, возможно, я просто был слишком маленького уровня и попёрся на слишком сильных противников, и слишком сильно обосрался опять на них. Потому что, сука, я мог использовать свои суперспособности, блядь, солдат. Так, давай. Я все сделал. Но со мной связалась следователь по служебным расследованиям. Теперь, когда вы завладели моими уликами, вы хотите диктовать мне, как ими пользоваться? Я не заинтересован в публичных сценах. Ты героем стал. Вся станция стонет от Аналейса. Я говорю, я умею убеждать. Вы могли бы стать героем. Я прокачался. Моим нанимателям для эффективной работы здесь необходимо расположение совета директоров. Совет директоров уже начал расследование дела Аналейса. Их волнует, что в их собственном яблоке завелся червь. Ну, хорошо. Очевидно, хорошо. Конечно, я конечно. Дам показать. Конечно, все шикарно. С вашей знакомой. Какое предложение они вам сделали? Хорошее. Но, думаю, будет... Да, хорошее предложение. Хорошее предложение ему сделал, да. Все восхитительно. Теперь мне нужно как-то ее найти и как-то не связаться, да? Я так полагаю. И вообще, какая у меня цель миссии на Наверии? Вы убедили Лорика дать показания, сообщите об этом Джанне, ей можно найти в офисе Аналейса. Ты что, мне обратно идти, что ли? Да вы заебали уже! Разумеется. Подожди, это точно? Блять, мне точно нужно в лифт опять идти, да какого хуя? Ну чё, когда я буду второй Mass Effect проходить, когда я наконец-то пройду, сука, это какая-то уже девятая, что ли, серия, да? Будет или 10, или хуй его знает. Да, подожди, это 9 серия. Потому что я вот только вот у меня отрендерилось. Часа 2 назад, наверное. Или час. Подожди. Да, час или полчаса назад отрендерилось у меня 8 серия, которую я сейчас буду заливать, кстати говоря. Да. Ну, зачем я это говорю? Ну, зато вы поймете, типа, как я выпускаю это все, как я все это делаю, всю эту хуйню. То есть я записываю, утром ставлю на рендер часов 5. Да. Ну, утро хули. Так, как я помню, одну секунду. Офис. Сука, я чуть не обосрался. Я чуть не пошел опять ебучий лифт. Так, нам опять куда-то бежать надо. Куда-то вот туда, как я понял, да? Я туда. Ну-ка еще раз. Да. То есть вот сюда. И 23 минуты вообще ни о чем. Один бой и пару разговоров. Все, охуенно, блядь. И это 20 минут игры. Так, одну секунду. Не туда вообще. Ну-ка. А, подожди, не там ли? Ну-ка, я смотрю туда. Да, я смотрю на офис. Отлично, мне туда надо. Ой. Надо было запомнить, конечно. Чё, да где? Ну хуй его запомнишь, когда у тебя куча дополнительных миссий, которые нужно выполнять, которые хуй еще и выполнишь на других планетах. Еще какие-то жетоны мне ебучие надо было искать. Не знаю зачем. Так, Джана, да, с тобой. Спектр, вы подумали над моим предложением? Мне нужно еще время. Да когда какого хуя? Да подожди, я выполнил. Кончается. Жду не дождусь, когда смогу нормально одеться. Терпеть не могу юбки. Молодец, но они тебе Спектр, идут. Вы подумали над моим предложением. Я убедил. Пришлось приложить усилия. Но... Ах, у меня как камень с души свалился. А ты мне заплатишь? Я... Ха, не думала, что вы поможете. Вы же Спектр, в конце концов. Некоторые, оказывается... Вам от этого не легче?
У вас не слишком радостный вид. Я в восторге. Но сейчас мне просто кажется... Пока вы занимались Киином, я достала вам пропуск в гараж. Восхитительно. Мне надо кое-кого арестовать. Жаль, некогда переодеться во что-нибудь поудобней. Это возмутительно! Вы больше не найдете работу в этом секторе! Да-да, не сомневаюсь. Бла-бла-бла. Эй, Шепард, я требую, чтобы вы арестовали эту стерву! Нет, нет, сорян. Вы имеете право сохранять молчание. Лучше воспользуйтесь им. Еще увидимся где-нибудь, капитан. С меня пиво? А чё эпичная музыка страшно играет? Эй, я герой, смотри, я герой. У меня плюс 8 герой. Я Шепард, я герой, восхитительно. Так, тут у нас. Ну-ка, слышь, хули ты тут разъездился, а, ублюдок. Вот. Да бля. Да ёб твою мать. Я не успею. Блядь, не успею. Да. Отлично. Может еще что-нибудь. Отойди, блядь. Может еще что-нибудь тут есть интересненького. Нет, ничего нет. Мне дали пропуск в гараж. Отлично. Наверим. На вершину 15. Выделение смирного вершину 15. Пронули туда и следуйте его. Окей, окей. Че, я успею доехать? Да, конечно, успею. У меня еще 4 минуты есть. На все... Кстати. Тут с этим у меня проблемой. Нужно чаще сохраняться. А, блин, что вспомнил? Именно вот с сохранениями. Потому что я не сохранился тогда. Высадился на какую-то пустынную планету, на меня пал огромный ебучий червь. Я не помню, как он называется, но... Блядь. Его, в принципе, можно было легко завалить. Главное, к нему не подъезжать близко. Но этот червь, он... Он стрёмный, на самом деле, был довольно. И он меня раза два убивал, и эти два раза я не сохранялся. Да, круто, круто. Просто восхитительно. Я там столько времени на него потратил. Потому что это было на планете. Он был где-то вот совершенно на краю. Доступ в гараж ограничен. У меня пропуск есть. У меня есть разрешение. Извините. Да... Пропуск подлинный. Будьте осторожны на дорогах. Плохая погода. Ну давай посмотрим, как у меня будет ебаться игра. Ёб твою мать, это что такое? Нет! Сука, опять вы! Да ну нахуй! Да-да-да, пошли вы! Сука, высокополигональные пиздюки, блядь. Я, кажется, знаю, что было у матриарха в ящиках. Блядь, где он? Отлично. Вот так. Отлично. Сука, давай, стреляй. Есть. Опа. И, опа, взорвал. Так. Все? Подожди, это все? Да не может быть. Да вообще нет, да пиздишь. Да не может быть все. Да я тебе прям отвечаю, не может быть. Ну-ка. Ой-ой-ой, так к СССР лучше не подходить, я так один раз умер. Конечно, все взять. Так. Ладно. Окей. Подожди, это... Это что, это... Нет, подожди, это матриарха? Это машина матриарха? Или что? Или хуй его знает. Так, 29 минут. Ну давайте. Вот сейчас мы закончим. Я добегу до Мако, сохранюсь и все, и нормально будет. Вот так. Шикарно будет. Да, на этом мы закончим, ребят. Спасибо за просмотр, ставьте лайк, делитесь с моими друзьями, подписывайтесь на меня в Фейсбуке, Твиттере, ВКонтакте. И помните, я прохожу только лучшие игры, а не то говно, которого нас сегодня пичкают некоторые нечистые на руку. Нечистые просто, вот нечистые, нечистейшие разработчики, которые делают отвратную, сука, анимацию. Да. Не только анимацию, сюжет, блядь, говно, там, чё ещё, боёвка вроде норм, там, не жалуются, ну, это среднее, там, в принципе, драться там
пиздец, а сама боевка типа нормальная. И типа, что я несу, короче, боевку на 3 из 5, да, на троечку, да, даже 2.5, если быть точнее. Да, не будь как ёж, не жри дерьмо. Подпишись на Хэтчкок Инк.